И всем как у вас, с вами снова Шапка, и я сегодня расскажу вам, почему я изменил стрельбу и как правильно нужно стрелять. Что для этого нужно? Либо вы играете с ПК, есть специальная страта для того, чтобы играть на ПК, есть еще специальная страта, если вы играете с телефона, либо планшета. Начнем с, конечно же, телефона, либо планшета. Вам потребуется зайти в настройки, переместить к кнопке стрельбы кнопку прицела как можно ближе, чтобы вам было удобно. И когда вы целитесь на человека, на игрока, противника, вы просто нажимаете прицел, отпускаете и сразу же нажимаете выстрелить. И так чередовать. То есть выстрелили, одну-две пули выпустили и снова нажимаете прицел. Для чего это нужно? Для того, чтобы сработал автоаим. То есть, вам не нужно будет специально целиться на игрока. Просто вы один раз нацелились, а дальше используете автоаим. Система игры сама нацелит прицел на противника. И так вы будете стрелять по нему и попадать. Все, в этом нет ничего сложного. Что требуется на эмулятор? Примерно то же самое, только не нужно перемещать кнопки, вы просто биндите клавиши, и чтобы вам было удобно, чтобы вы сразу могли переключать и нажимать кнопку стрельбы, грубо говоря, одновременно. С ПК намного легче, согласен, но притащиться с телефона тоже на изи. Я спокойно сделал это и с телефона играл, то же самое делал. Это все, что нужно вам знать, ребят. Всем спасибо, кто смотрел. Наслаждайтесь вашей стрельбой, которую вы сейчас будете делать. Будете нагибать, просто разваливать всех на изи. Если что, я эту стратегию, грубо говоря, стрельбы увидел на турнире официальном. Это очень крутые игроки играют, и от них нужно брать все. Так что смотрите мои видеоролики. Всем спасибо. Ква-ква. Давайте, удачки.